Так, чтобы посмотреть на Ютубе. Ага. Что будет, если нажать на это место? Что будет, если оставить Аманду с тренером GTA 5? Что будет, если налить отбеливатель в колу, молоко или сок? Что будет, если смыть в унитаз негра бобра людоеда, съевшего чизбургер двухмесячной давности, купленного в Нижнеурюпинском подпольном казино актер Татьяны Светланы Нуроженки, поселка штат Сан-Андреас, рожденный от негра китайской семьи в день зимнего лунно-солнцестояния, а потом побрить свои ноги, левую ногу, и выложить на YouTube, по случаю попасть в очередной топ дебилов интернета, прославиться, заработать на этом кучу бабла, организовать встречу с подписчиками, раздать автографы школьникам, затем подхватить от них какую-нибудь заразу, заболеть, поехать домой, замерзнуть на платформе, после чего у вас потекут сопли, вы подскользнетесь на собственном сопле, упадете на рельсы, и вас собьет сапсан. Не, я не буду брить ноги. Твою мать, 10 тысяч подписчиков, не, ни хрена, 10 миллионов точнее, да. Ну, наверное, качественный контент юного блогера, ну, я думаю, нам стоит поучиться у него чему-то сверхпремудрого. Давайте оценим его видео. На улице людной средь белого дня поймал патруль с пакетом ганджа, меня привели в отдел, усадили за стол, строгий майор.